Медлайн – первый и единственный в Рязани специализированный центр по диагностике и лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта и прямой кишки. В одной клинике работают ведущие специалисты смежных направлений. Это дает возможность исследовать заболевания с точки зрения разных дисциплин и найти для пациента лучшее решение в кратчайшие сроки на современном оборудовании. В нашей клинике выполняется видеогастро и видеоколоноскопия. Оборудование высокотехнологичное, японского производства, с тонким диаметром вводимой трубки и с высоким качеством разрешающей способности камеры дистального конца. Основная семиотика заболеваний наших – это полипы, язвы и воспалительный характер заболеваний. Плюс, конечно, не забывайте онкопатологию, которая, к сожалению, последние годы занимает большой объем в структуре патологии и требует большого внимательного отношения. Гастро- и колоноскопии – исследования, которые чаще всего выполняются по медицинским показаниям. Также они проводятся в рамках скрининга, направленного на выявление патологии желудочно-кишечного тракта. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики лицам старше 50 лет проходить данные обследования на регулярной основе. Это позволит минимизировать риск развития серьезных заболеваний и избежать осложнений. В отделении колопроктологии с помощью современных малоинвазивных хирургических вмешательств избавит от заболеваний прямой кишки. Диагностика проводится с обезболиванием, пациент не испытывает болезненных ощущений, а врач имеет возможность провести тщательный осмотр, поставить диагноз и своевременно начать лечение. В нашем медицинском центре вы можете получить широкий спектр услуг по лечению проктологических болезней, безоперационное лечение геморроя, услуги эстетической проктологии. К сожалению, большинство пациентов после возникновения у них симптомов могут оттягивать прием месяцы, а то и годы. И потом они вынуждены обращаться либо с осложнением их заболевания, либо в поздней стадии. И надо отметить то, что на поздних стадиях как лечение может быть более травматичным и агрессивным для пациента, так и прогноз может быть менее благоприятным, чем лечение на начальных стадиях. На протяжении 4 лет формировалась потрясающая команда специалистов, которые не просто профессионалы своего дела, а которые неравнодушны к своей профессии. Это и врачи, это и средний медицинский персонал. У нас в клинике есть комплексные программы, где пациентам удобно приехать и в один день пройти нескольких узких специалистов, получить консультацию от них, а также пройти обследование на специального оборудования. За прошедший год среди пациентов пользуются большой популярностью ряд комплексных программ обследований для мужчин и женщин. Мужское здоровье, здоровый кишечник, онкоскрининг – это та небольшая часть авторских программ, которая направлена на качественное обследование пациента, постановку диагноза и выбор схемы лечения в кратчайшие сроки. В нашем медицинском центре есть все необходимое оборудование для решения таких проблем с женским здоровьем, как нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания органов малого таза, патологии шейки матки. Мне как специалисту очень приятно, что пациентками в последнее время все более востребованы комплексные программы обследования, такие как женское здоровье, буду мамой, онкогинекология. Это удобно в первую очередь для самой женщины, так как позволяет в условиях одного центра в течение нескольких дней пройти все необходимое обследование. Стоит отметить, что в медицинском центре в комфортных условиях дневного стационара у вас есть возможность пройти курсовое лечение с использованием физиопроцедур, капельниц или инъекций. Для удобства записи пациентов есть свой колл-центр, специалисты которого помогут спланировать визит и расскажут, как подготовиться к приему. Записаться на прием можно как лично, так и по телефону или оставив заявку на сайте. Олеся Котровская, телекомпания «Город».